Приготовим очень вкусную, пряную и ароматную куриную грудку. Пикантный привкус имбиря, сладость меда, соевый соус и кунжут дают интересное сочетание и наполняют блюдо своими вкусами. Для приготовления куриной грудки по-восточному можно сделать легкий маринад, как в данном рецепте, и подать блюдо с зеленью. Или удвоить количество пряности и соевого соуса и подавать с рисом. В любом случае получается вкусно. Куриная грудка – 400 грамм. Соевый соус – 2 столовые ложки. Мед – 1-2 столовые ложек. Имбирь – 1 ломтик. Чеснок – 2 зубчика. Карри – 1 щепотка. Кунжут – 1 чайная ложка. Масло подсолнечное – 1 столовая ложка. Количество порций – 2-3. Подготовьте необходимые ингредиенты. Грудку нарежьте кусками и выложите в миску. Добавьте соевый соус и немного карри. Чеснок пропустите через пресс. Небольшой кусочек имбиря натрите на мелкой терке и добавьте к остальным ингредиентам. Перемешайте и оставьте на 15-20 минут. Маринованную курятину выложите в сковороду с разогретым подсолнечным маслом и добавьте мед. Обжарьте на среднем огне, периодически перемешивая. Через 10 минут куриная грудка будет готова. Добавьте кунжут и перемешайте. Подавайте блюдо горячим, со свежей зеленью. Приятного аппетита!